Главный свидетель по делу Белых в суд не явился, но не из-за страхов. Сегодня состоялось очередное, уже 7-е заседание суда по делу экс-губернатора. Никиту Белых в зал суда доставили из тюремной больницы Матросской Тишины. Туда его было решено поместить на прошлой неделе. Суд уже закончил допрос Белых. В качестве свидетелей также были допрошены невеста экс-губернатора Екатерина Рейферт и предприниматель Альберт Ларицкий. Сегодня по плану должен был выступать Юрий Зудхаймер, но на заседание он не явился. Вместо личного допроса на заседании слушали аудиозаписи встреч Белых и предполагаемого взяткодателя Юрия Зудхаймера. Напомним, именно на встрече с этим человеком в Москве Никита Белых и был задержан. Передача подарочного пакета в конце июня прошлого года происходила из рук в руки, а не через посредников. Вину в получении взятки Никита Белых по-прежнему отрицает. Он продолжает настаивать, и это прозвучало на одной из аудиозаписей, что Зудхаймер помогал деньгами избирательной кампании экс-губернатора. О получении денег именно за покровительство бизнеса речи на записях не было. Следующее заседание назначено на 25 октября.